Доброе утро. Ну, уже почти день. Занимаемся рассадой. Ну, у нас папа в основном этим занимается, а я только советы даю. Мы разбавляем нашу землю, которая с огорода, с покупной. Специально для перца я купила, потому что мы садить будем только перец. Рано еще у нас в марте остальное. Сейчас мы садим вообще немножко, много не садим, мы только в теплицу и все. Вот купила я какой-то тут сладкий игрок, я не покупала. Единственное, вот всегда мы берем калифорнийское чудо, Винни-Пух, и вот Зорьку тоже первый раз взяли. Вот эти вот два проверенные, мы всегда их садим. И будем садить мы с Васей сразу без пакировки. Раз немножко нам надо. Тут, наверное, 50-60 у нас всего бывает. Должно так получиться. Нам в теплицу влазят, да? В прошлом году 57 штук. Вот. Ну, потом покажем, что взошло, не взошло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, правда, уже здоровалась. Саша приехал. Он приехал еще вчера. И говорит, к стоматологу надо пойти. И не пошел. Трусит. Ну, не знаю, может настроиться. Сейчас я попробую его записать. У нас же все через интернет. Вот. Саша рассказывал, приезжали к ним. Священник приезжал, я даже не знала, и крестили прям там в деревне у нас. Саша говорит, дорого взяли, он говорит, бесплатно, даже дали этот крестик, да, с это, ну, на ниточке, на красивой, и все бесплатно. Вот, что у вас там новости какие еще? Все по старому. А сейчас на рыбалку-то зимнюю уходите? Весной будете ходить? Да, весной. Редко кто ходит. Галя говорила, Сережка ходил, он же буран купил. Mm-hmm. У вас тоже же есть буран? Mm-hmm. Ездите? Да. Ну. И говорит, поехал на рыбалку, на буране, ничего не поймал. Когда ездили последний раз? Вы с Сережкой там все ездите? Ну, Сережка ездит, я там не езжу. Холодно сильно. Ну, ну. Ну, там привез там, полную ванну. Нифига. А что-то Галя говорит, поехал, ничего не поймал. И там недалеко муж ездил. А что за рыба ловится? Я что-то не смотрел, какая там. Там окунь. Лещ какая, и сорожка, кажется. Это на озерах, да, надо рыбачить? Не, на речке там будет. На речке? Mm-hmm. Речка. Я-то когда в деревню приезжала, всегда мы... У нас там речка Чиндат. Мы с Сашей вдвоем. Ну, конечно, лучше рыбачить на озере. На речке неудобно. Я не могу. Ну, кинешь и леску с крючком сносит. Постоянно приходится перекидывать. Я вот этого не люблю. Лучше, конечно, на озере рыбачить. Вот. Саша у нас живет с братом с моим, с Андреем. Накупил себе в комнату телевизор, да, взял Саша. Ну, Саша пенсию получает, конечно, он у нас, я уже говорила, инвалид детства. Обустраивает сам свою комнату. Ну, там стулья купил себе еще. Стулья купил. Ну, я знаю, что ты матрас там покупал, да, мягкий, ортопедический. А на каком матраске спишь? На старом. Так и спину старом. А я почему-то думала, ты говоришь, на матрасе, я думала, на этом, на ортопедическом. Mm-hmm. Я себе одеяло там купил, подушку. Ну, все новенькое, хотя все было, конечно. Mm-hmm. Зато хорошо своя комната. Вот так вот. Все у них там хорошо, все по-старому. Андрей скоро говорит, будет
просится свинья, да? Сколько свиней держит Андрей? Два. Боров и... Нет, две свинки. А, две свинки? Mm-hmm. А с кем тогда случали? Mm-hmm. А как она опороситься, если две свинки? Боров на забили. А, как так? А, ну есть мясо надо, конечно. Я знаю, Наталья там много коров держит, но коров в основном на подсосе у них, да? Сколько коров? Шесть или семь коров только? Ну, в общем, много. Но они специально закупали, я знаю, что... И, ну, для того, чтобы не доить у нас, потому что молоко продавать там некуда вообще. Куда это молоко там девать? За 120 километров повозит куда-нибудь там. Только чтобы они вот телились, телята на подсосе, откармливают бычков, телочек, вот так. Ну и лошадей еще держат там вот. Много тоже, да? Да, много. Угу. Ой, столько работы, я вообще не знаю, как это столько хозяйства держать. Так тяжело. Ну, единственное, что в деревне можно выпустить. И то и выпускать-то страшно. Сколько было случаев, едут мимо рыбаки, завалят ту же тёлку, и все, и вещи свищи. Где это потом? Все искать. Ну ладненько, пойду я кушать готовить. Саша будет отдыхать. Ой, разобрать не может, Томка. Помогай. Немного помогай, деловая, помогай. Помогай, я буду другой. Да, помогай. Мамка подловила, папка в дочке играет. Помогай, давай. Помогай. В садике говорят, воспитатели так и не разговаривает. Весь день молчит. То мы стеснились, да? То. Вот спина. Нет, вот тут. Маленькая. Что там другие делают? Пойду посмотрю. Играй с папой, играй. Женечка, сядь нормально. Блины, а не мама на день рождения. Блины печаль. Мама, свинка приготовила для всех сюрприз. Ну, хоть расскажите маленько что-нибудь. Какую игру вы сегодня у Андрея в телефоне играли? Не в игру, а в игру. А что вы играли? В том за золотом, новую. Да, ты чё? Он вам по очереди давал играть? Да. Угу. Понравилось вам? Да. И что вы хотите у Деда Мороза попросить? Телефоны и коллекцию спиннеров. Нет, только телефон. Планшет. Мне планшет. Я хочу себе телефон настоящий. И машину большую, чтобы она сама ездила, и я ее катала. Без пульта. Да, запросы у вас, конечно,
Нехилые. Я себе тоже машину попрошу, чтобы дверка открывалась, оттуда садилась, рулила и все. Да? Ага. Мы хотим две. Да. Что бы маме попросить? Кстати, купили мы уже дня 3 назад журнальный столик, чтобы было удобнее. А то дети бегают по всему дому, где рисовать, где лепить. Там была еще полочка. Ну так неудобно. Вася ее открутил, полку. Ноги не поставить, ничего не поставить. А, в общем, вот так вот. Саня, зачем ты очки сняла? Очки надо носить, дочуша. Может быть, вам хватит смотреть? Женя, сядь, пожалуйста. Поиграли бы что-нибудь другое, какую-нибудь игру. Че, Санечка, не дает Тома даже посидеть там? Она чаю тут у Римки забрала. Чай. Ну ничего, Даринка, сейчас нальешь себе. Че так расстроилась? Что тебе чая не хватит, что ли? А что тогда расстроилась? Это мои конфеты, я буду их раздавать. Мама, я все буду конфеты раздавать. Раздавать пакетки. Ну раздавай. Когда захочу. Никогда захочу, прям сейчас раздавай. Все вредно, много конфет есть. Все зубы такие плохие. Давай, Дариночка, покажи, пожалуйста, я сама. Дорогие наши подписчики и подписчицы, самое главное, поздравляем вас с Днем Святого Валентина. Желаем вам любви. И самое главное, чтобы любовь была у вас взаимная. Счастья, успехов во всем. И тем девочкам, которые просили передать приветы. Ирина Мышляева, Аня Креатив, Даша Ковтун. И наши любимые подписчицы. Именно от Дариночки. Любовь Таежной, скажи привет. Привет. Ага. Удачи вам во всем. Будьте счастливы. Скажите, доченьки, все, до свидания. До свидания. До свидания. До завтра. Мам, я буду всегда свои кассетки сюда ложить. Хорошо. Все сюда. Мама, знаешь, что я все сюда положила, потому что... Господи, боже мой. Ох, тараторки все.